Господи, чё с полем? Чё? Смотрите, чё тут накаля... Школьники, смотрите, чё накалябали. Какую-то херню, наверное. Сетка чё сделали, смотрите, теперь я каждый удар, если буду попадать, буду сетку, буду бегать за мячом. Ладно, не суть. Короче, сегодня у нас футбольный челлендж. С вами канал RusFPS. В общем, смотрите, сегодня будут удары на точность. Вот с таких дистанций будем крутить камеру где-то вот. Ну, не знаю, куда буду ставить еще. Посмотрим, камера сегодня не очень. Сами, ну, Samsung Galaxy J1. И я думаю, будем крутить еще с центра. И здесь по 15-20 ударов в сумме, я думаю, для этого хватит. И 5 ударов разминочных будет. Ну и на силу 5 бахнем. В общем, все, сейчас все увидите. Сказать, что это, что сейчас идет дождь, короче, будет сегодня для меня вдвойне испытание. Хочу по девяткам вот так вот попрыгать. Но пока не судьба, вратаря нет. Вот. Не знаю, если кто крутой вратарь и живет в Сарапуле, в Удмуртии, пишите, ладно, шучу. Ребят, вообще я хотел сделать точку в 15 шагов. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15. И вот смотрите, вот как раз таки мяч. То есть мы бьем, и вот он туда. Вот она точка, вот здесь. Вот мы ее отметили. Следовательно, мы будем бить. Вот у нас точка будет. То есть вообще прекрасно. Вот так вот, оп. И будем туда забивать. В общем, в центре и вот там. Все, ребят, сейчас поставлю камеру и будем начинать. Shit.